takes a word, a step, a start, a turn, a wish into a work of art. Everything we want. Вышел в лесок поискать чагу на самогон. Вот нашел. Лес жил во всех смыслах этого слова. Гнездо у нас тут какой-то птички. Кролик героически красит дорожку. Этот столик в порядок. Чик привел. Завтра в Приори гости приезжают. Надо, чтобы стол был более аккуратный и гладкий. Он получился нереально красивый. Покрыл маслом, конечно, не тем, каким потом мы это сделаем. Идея фикс качели тут сделать. Оля, что-то так хочется этих качель, что не знаю. Ну ладно. Сейчас попытаюсь подзалезть вот туда, почистить заодно от сухих веток эти елки и повесить качельку. Взяли одну банку, посмотреть, сколько будет ее идти. Оказывается, она была последней. Пришлось взять тоже, только другого цвета. Поэтому будет у нас так чуть-чуть не очень. Но главное, покрыли защитой от всего или всего. И придали какой-то более прикольный вид. Маня, ко мне. Сильнее отталкивайся. Так вот, амплитуда другая, понимаешь? Чувствуешь, да? Так мягко.
Так вот я про что и говорю. Чем выше делаешь, тем круче получается качели. Вот вы видели подготовку к этому выезду, как она выглядит. Это кедровая подготовка к выезду. А вот чага. Сегодня у нас первомайская уха. Что у нас будет в ухе? Сделаем бульончик из пришкваренных на костре морковку и лучок. Сделаем, так сказать, бульончик такой ароматный, а потом все остальное традиционное, но не совсем. Вряд ли я кого научу готовить уху. Но у меня вот такая вот уха, скоро увидим какая. Вот такой красотчик. Емеля, отпусти меня. В уху тебя отпущу. Усилитель вкуса чаговый для ухи. Блешинский. Это сливочное масло. Причем мало его не бывает. У нас особый фетиш еще, это мы сейчас добавим икру щучью вот сюда. Уха практически готова, остались штрихи, ими и займемся. Скажите, когда хватит. О, лей! Лей, давай! Уха в моем стиле. Чем страшнее, тем вкуснее. Сейчас готовлю свиную вырезку в сухом маринаде из гранулированного чеснока, сушеного имбиря,
немножко кориандра, немножко орегано и белый перец. Эту вырезку я вначале как бы обмакнул очень хорошо в соевом соусе. Когда она все это все впитала, я как бы запанировал вот в этой смеси, и это я называю сухой маринад. Вот она вот появлялась у нас 2 дня, мы сейчас ее тихонечко прогреваем под мангалом. На этом мангале готовилась вначале уха, а в это время тут валялась вот эта вот вырезка, и она тихонечко прогревалась, как бы инфракрасным излучением согревалась. Вот. У нас сверху такая твёрденькая, кажется, такая что-то такая стрёмненькая. Но она, в принципе, внутри уже наполовину готова. Тут мы сейчас угли чуть допрогорят. Приготовлю на углях. Это будет невероятно бомбическое мясо. Поехали. Сосед Сергей предложил сделать отверстие для сборки сока бердезового. Сейчас заварим чай из него. На вкус пробовал, он клевый. Такой даже сладковатый чуть.